Отклик предпринимателей на просьбу главы города Сергея Сергеева поддерживать порядок на прилегающей к своим предприятиям территории сегодня уже реализуется не на словах, а на деле. Руководители торговых предприятий Саннапского шоссе сами наняли рабочих, приобрели стройматериалы, бережно собирают старую плитку, аккуратно, как это сделали бы у себя дома, готовят основание под будущий тротуар. Глава города остался доволен началом работ. Это действительно прекрасный пример отношения к своему городу.